закончились уроки и задания, сложные вопросы на засыпку, впереди гуляние и купание, и не надо сдерживать улыбку. Позади контрольные работы, разные учебные предметы, схемы, чертежи или расчеты. Наступает ласковое лето. Каникулы – это такая пора, когда в школьных классах стоит тишина. За город спешит отдыхать детвора, и песня об этом, конечно, слышна. Хочется фильмы смотреть.